Привет, с вами Иван Сыромятников, и сегодня я представляю вашему вниманию свою лучшую пятерку гитарных рифов. Точнее сказать, рифов, которые я очень люблю играть. Рифы-то не мои, в руках у меня электрогитара Framus Renegat Custom 2, а также маленький прозрачный Mediator Dowman Pro 3-миллиметровый. И без лишних слов давайте начнем высекать номер 5 в моем списке. Риф команды Urban Dance Squad. Good Grief песня называется. Песня с альбома саундтрека к фильму «Хакеры» с молоденькой Анджелиной Джоли. Если не видели, посмотрите. Уморительная комедия. Но сам риф простой, играется в стандартном строе. И он такой зажигательный, такой просто весь из себя грувовый и одновременно тяжелый и зловещий, и вместе с тем веселый. Необычный риф, очень мне нравится. Погнали! Номер 4. Классика. Jimi Hendrix Purple Haze. Такая кислотная фантазия, блуждание в фиолетовом мареве или тумане. И риф этому отвечает, такой плавающий, тоже необыкновенный, с кучей бендов, мелизмов, мини-подтяжек. И он обманчиво прост, на самом деле сыграть его хорошо не так уж и просто, но я попробую. Номер 3. Металлика. Sad But True с черного альбома. Этот риф играется в ре стандарт. Все струны на целый тон опущены, и я даже когда-то давным-давно разбирал на своем YouTube-канале, как его играть. Поэтому без лишних слов к делу. Кайф, просто кайф. Вот риф вроде простой металлики, но такой колбасный, такой просто уматнейший. А меж тем номер 2. Это риф малоизвестной команды Tweaker из саундтрека к игре Doom 3. Она идет на заставочке, так долго-долго накатывает, а потом как подкрадется. И многие из-за стиля путают этот риф за авторством Тула. Думают, что это Тул написал, но нет. А путают, наверное, потому, что риф играется в дроп-D, и он в лакрийском ладу. Про лакрийский рад я, кстати, рассказывал на своем канале. Это один из моих любимых ладов на гитаре, во всяком случае, для рифоплетства. И до кучи думовский риф в очень сбитом, необычном размере записан. То есть не 4 четверти. Погнали! We'll be right back.
И прежде чем сыграть номер один, мне нужно поменять мой медиатор. Мне нужен остренький Dow Custom Shred Line. Он непрозрачный, в отличие от традиционного Dow Pro, и у него заостренный кончик. И мне это все нужно для того, чтобы получить дополнительную артикуляцию и четкость. Потому что следующий риф, он на самом деле технически очень непрост. И требуется ювелирная точность, чтобы его сыграть. И кажется, что, опять же, вроде он не очень-то быстрый, тоже грувовый такой, кочевенький, но расположение нот, последовательность постоянно заставляет скакать правой руке через струну с четвертой на шестую и обратно и так далее. И это не так просто. Но попробуйте его сыграть, вы наверняка найдете табы в интернетах, да и сам Вернон Рейд, гитарист Living Color. Риф из песни «Культ личности», «Cult of Personality». Вернон Рейд, в общем, показывает даже сам где-то там в ютубах, как это дело играется, все хорошо видно. Но вот повторить это дело так, чтобы не звенело и было четко, очень непросто. Но я постараюсь. Риф культа личности в миксолидийском ладу, кстати. Соль миксолидийский, для тех, кто знает музыкальную грамоту. Если хотите, можете сделать точно такое же видео, как сделал я. Соберите пятерку рифов, которые вам лично очень нравится играть, которые вы по-настоящему любите. Запишите свое видео и выложите в мою группу во ВКонтакте, куда-нибудь на стенку. И мы все посмотрим, вдруг кому-то это тоже понравится. А с вами был Иван. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Пока!